с христианской точки зрения, для этого нужно трудиться по совести. И хочу прибавить. Да, трудиться по совести. И ты будешь тем, что позволяет твои способности. Если же ты мечтаешь о богатстве не о том, которое ты можешь приобрести законным, разумным, путем по совести, не творя никому зла, никого не обманывая, не лукавля, то действительно, живя таким образом, ты получишь максимум того, что ты можешь иметь. Если же ты, напротив, хочешь стать богатым, невзирая ни на какие нормы нравственности, то есть, если для тебя совесть – это ничто, то берегись. Какую меру мерите, такой возмерится тебе. И мы видим это на каждом шагу. Посмотрите нашу часть телевидения, «Последние известия», сколько угодно. То одного поймали и засадили, то другого кандалы одели, то третьего и так далее. Закон возмездия, никуда не денешься. Это закон. И то, что указано некоторых, что вот они вот все-таки проскочили, да, до поры до времени проскочили. Верно, но мы не знаем еще, что будет. Это во-первых. А во-вторых, эти люди, которые со стороны смотрят, даже не знают, а священники могли бы сказать им, не называя имен, что переживают эти люди, которые серьезно нарушают законы совести. В каком они находятся в постоянном напряжении, если хотите, страхе, потому что они находятся в каком состоянии? В том, о котором очень хорошо говорит одна греческая история или легенда, или миф, как вам угодно, но очень разумная. История о Дамокле. Был такой князь или царь, который роскошно жил, пировал, и один из его близких сановников страшно ему завидовал. Сановника этого звали Дамокл. Царь этот был очень умный человек, и он однажды сделал пир, во время которого на свое царское место посадил этого Дамокла. Кругом яство, музыка, все удовольствия, но над головой Дамокла он приказал повесить меч на тонком волосе, острием над его головой. Дамокл сидит, оглядывается. Царь спрашивает: «Дамокл, пируй, ты смотри, богатство, власть, все перед тобой кланяются, ты на царском месте, ты сегодня царь, веселись!» Дамокл весь бледный, то потеет, то краснеет в ужасе, потому что в любой момент может оборваться этот волос, и меч вонзится ему в голову. Каждый, кто хочет стать богатым, должен не забывать, что Дамоклов меч над его головой. Дамоклов меч над каждым человеком. Но когда человек живет просто, когда он не стремится к любыми путями к обогащению, а когда он действительно хочет именно жить по совести разумно, как Бог даст, то и слава Богу, то он спокоен. А когда он живет вопреки совести, и Дамоклов меч-то висит, то представьте себе, как удесятеряются эти страдания. Ты все, кажется, имеешь. И, как в Евангелии Господь и пишет о богаче, помните, что сказано, какие страшные слова: «В эту же ночь истяжут душу твою». Истяжут. То есть вопреки, насильно убьют тебя, твою вырвут эту душу. Какой ужас только! Вообще, какие слова употреблены, до чего сильные, и как это прекрасно! Поэтому Господь и предупреждает: не собирайте себе сокровищ на земле. В каком смысле? Не привязывайтесь. Ведь богат кто? В дурном смысле богат кто? Кто жаждет богатства. Недаром говорят, нищий и с умой хвалится, что можно ничего не иметь и жаждать. Можно быть действительно богатым даже человеком, богатым, но не быть привязанным к этому, не привязываться к этому. Вот к этому, говорит, призывает Господь. Не собирайте в этом смысле себе сокровищ на земле. Не привязывайтесь. Почему? Тем труднее потом будет разрываться душе, отрываться душе от всего, что ты здесь. Обратите внимание, потерял человек рубль, что он очень страдает, что ли? Он даже об этом и думать не хочет. А потеряет 100 000, с ума сходит. Слышите? Ох, оказывается, что такое привязанность человека к этим вещам, к богатству. Трагедия наступает, когда приходится человеку затем расставаться с этим. Расставаться, потому Господь и призывает, не привязывайтесь, не собирайте себе свою душу этого богатства, не раньте себя, не убивайте себя, не терзайте себя. Вот что такое. Вот, оказывается, что такое стать богатым. Да избавит Бог жаждать и мечтать об этом, а тем более добиваться богатства любыми бессовестными путями.